Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, продолжаем играть Clash of Clans. В общем, почитал ваши комментарии, и многие попросили меня показать клан, как называется, ну и все в этом духе. Так, давай. Давайте я покажу. Так, ребят, клан. Клан Легион. Вот так вот он примерно выглядит. Кто-то говорил, что у меня нет места, ребята. 2 из 50, ну, включая меня, конечно же. Так что... Видишь, Легион, вот тебе. Как искать. Единственное, что у меня необходимо трофеев 400. Написано. Может быть, не у каждого, конечно, есть из новичков. Но, тем не менее. Так что, ребята, я думаю, что никаких проблем у вас не должно быть с входом. Кинь запрос на подкрепление. Дам топ-юнитов. А нужны ли мне топ-юниты? Скажи-ка мне. Мне это как-то боком потом не выйдет, а? Топ-юниты. Так, у меня работяги все заняты, да, я смотрю. Так, давай, наверное, эликсир поставим. Ой-ой-ой, не то. А, у меня стоит. 2 эликсира стоит. Такс. А чем они заняты у меня? Так, у меня делается лагерь, прокачивается. И... И казарма прокачивается. Так, по исследованиям я ничего не могу. Естественно, нужен... Нужна лаборатория 4-го или 5-го класса. Так как работяг нету, я ничего не смогу сделать. Вот и все. Блин, вот этот вот меня островок просто напрягает. Во-первых, тут один работяга всего лишь. 15 часов 15 минут будет прокачиваться эта штука. Кстати, а что если мы ее поставим вот сюда? Так, вот здесь она с краю как бы ни туда, ни сюда. Так, подожди, у меня же здесь забор был. Почему его уже нету? Потому что его здесь и не было. Ну, вот поэтому его нету. Оборона. Ну-ка, дай-ка я гляну. Меня разнесли, потому что минус 24 кубка. Ага. Ну, я, короче, понял, ребят, свою ошибку. Сколько у него лучниц там, непонятно. Ошибка у меня такова. У меня все, ребят, стоит посередине. И, соответственно, здесь они быстренько со всем с этим разбираются. Например, бомба эта пускай здесь стоит. Так, эликсир. Блин, эликсир только здесь стоять будет. Бедное хранилище. Лучников тоже не передвинуть. Если я это поставлю сюда, лучники же ее заберут, да? Причем с полтычка. Причем с полтычка. Здесь отсюда великан идет, сразу сносит мне вышку лучников. Здесь то же самое произойдет. За 3 секунды они ее снесут. Верно же? Я про пушку. Пушку снесут за 3 секунды. Так, ладно. Давай-ка я что-нибудь гляну, посмотрю. Так, у него наверняка где-то здесь, рядышком прям. Прям рядышком. А
Лучницы, давайте вот сюда вот. Правильно. Теперь вот эту вот штуку уничтожайте. Да не это вы, блин. Ну что вы делаете так? Нормально, нормально. Так, ну что, мы эту уничтожили, да? Вот эту вот пушечку только мы не успели с тобой бомбануть. Ну ничего страшного. Мы сейчас уничтожим. Да, я думаю, на 100% вытянем. Вот так. Нормально. Получилось. Шваркнули. Но опять же, куда мне вот эти вот деньги девать и эликсир? Некуда. Опа, на меня уже сразу же, ребята, атака. Посмотри. Ну-ка давай повторчик посмотрим. Но мы же вроде бы... Да, этот повтор мы уже смотрели. Это не то. Это уже устарело, так скажем. Ход обороны. А вот это вот надо глянуть. Это, по-моему, из свежего. А почему он защиту поставил сейчас? А не когда у него мало здоровья. Так, он хочет уничтожить эту для того, чтобы выпустить, наверное, летающих. Ну да. Знаешь, что я думаю? Мне кажется, надо вот эту штуку. Поставить в... Блин, вот здесь вот дырка. Вот сюда не проходит. Блин, я не могу так сделать, да? Тут надо все как-то переделать. Это беззащитно, ее издалека забомбят. Лучница у нас только одна. Если мы сделаем вот так, допустим. Сюда. И забор ставим ближе. Забор ставим ближе. Тогда вот здесь вот нам надо будет убрать. Так вот сделаем. Так. Сюда. Все равно пройдет, да, здесь? Может быть, ее снаружи поставить, а? Так ее снаружи разбомбят в 3 секунды. То и быстрее. Так, эту пушку, ребята, тоже надо как-то с края убирать, потому что в нее стреляют. Это можно куда-нибудь, например, здесь поставить. Это, допустим, сюда. Если он сюда поставит, ну да. У лучиков сколько там? 4 секунды, да? В невидимости.
казначейство сюда поставим, а лучников сюда. А лучника сюда. Если он сюда, например, великана ставит, то он сразу сносит мне турель. Прямо автоматически идет и вырубает ее. Отсюда у нас не достает лучник. Если даже будет бомбить. Пушки с краю ставить без прикрытия, мне кажется, такой себе вариант. Если честно. Здесь, наверное, можно нам все-таки немножечко урезать, как по мне. Здесь сделать покороче. Обсерватория вот эта вот, блин, ни к селу, ни к городу, а? Если сюда придет великан, он тут практически все разнесет. Если отсюда... Так вот, если сделать. Лучку эту снесу тоже, по идее. Ну-ка, давай посмотрим на кого-нибудь, у кого. Ага. Так. Если здесь я выставляю лучников, они начинают бомбить куда? В костер, да? В первую очередь. У него где-то должна быть... Вышка Тесла. А, вон она, где у него Тесла стоит. Тесла вон у него где стояла. Лучник улетел. Ну что я тебе скажу, тут тоже на 100%. Блин. Интересно, почему он туда поставил, а? Мне не ясно было, зачем он именно туда ее влепил. Странно. Очень странно. Новый уровень, 20-й, друзья мои. И что? 20-й уровень. Ну-ка, дай-ка я гляну. Битва была только что, по повторчику посмотрим. Посмотри, сколько он их, ребята, здесь сделал. Я понял, моя лучница здесь расстреляет их всех. То есть он не успеет забрать всю награду. Угу. Так что на одних летунах он здесь далеко не ушел.
Ну что же, прикольно. Ну, 42% он все-таки, ребята, урвал. Умудрился захомячить. Жаль, конечно, все очень долго прокачивается. Очень долго прокачивается. Так, если они постоянно здесь нападают. Будь здоров, рычек. Чихнул. Так, давай посмотрим еще. Так, фейерверки, да? Пушки у него прокачаны, смотрю. Угу, значит, где-то здесь. Так, лучница. Ну, если мы сюда поставим, по идее, ребят, мы должны быстренько забомбить. Но это по идее. Хотя они будут пушку бомбить, да, в первую очередь. Давай я рискну. Да ну какие эликсиры, блин. Эх, сейчас бомбить, бомбить начнет. Да, тут ты, конечно, рычаг обделался. Но все равно 65% все-таки я, ребята, урвал. Даже будет больше. Потом мы побежим сюда, по ходу дела, да, и... Семьдесят один, 75. Ну и Тесла нас забомбит. Теслу надо прокачивать. Очень даже неплохая вещь. Очень сильно мешается. Так, а теперь давай попробуем, что там нам говорили по поводу помощи. Так, сражайтесь. Угу, готовы начать. Минимум 5 сокланцев нужно. Я пока не могу, ребят, в бой. Так, а как просить? Готовить заклинания, готовить войска. Да иди ты в пень. Здесь, наверное, да? Запрос. Мне нужно подкрепление. Ты истер, блин. Давай подкреп, родной. Так, клан, клан, клан. Ну, у Ваньки тут, ё-моё. Какая у него... Оу, 2484, нормально. Я по сравнению с ним, ну, бас еще тот. Да никаких спать. Спать он собрался там. А здесь, почему здесь никто не нападает, а? Нет, есть, ребят, ход обороны, повтор. А, где он чисто на шарах меня разбомбил. Сколько у него тут шаров? Это что за фигня, ребят? Ну ты понял, да, что тут надо прокачивать лучников. Еще одну башню лучников надо ставить. Я не знаю, будет ли тут Тесла. Будет ли тут Тесла. Ну-ка, в магазине. Так, это декор. Это не то. Так, это казармы, лаборатория, фабрика заклинаний. Король варваров. Темная казарма, фабрика темных заклинаний, плавильня, королева лучниц, хранитель. Так, скважина черного эликсира. Хранилище черного эликсира. Башня лучниц будет. Будет воздушная оборона, башня колдунов,
Есть, ребят, потайная Тесла. Но это ратуша 7 уровня. Как тебе такой расклад? Ратуша 7 уровня. Естественно, ему эти заборы пробивать в лом, поэтому он с шарами решил выкрутиться. Давай-ка мы с тобой посмотрим по подбору. Ну-ка, что если я так сделаю? А теперь выпустим шары. Да, лучники. Лучнички погибают. Я думаю, тут уже не так всем все ясно, да, что мы... Тут золотишко дофига, ребят. Золотишко тут дофига. А золотишко, как известно, нам нужно. Нам бы успеть только лишь. А как ты там долго взрываешь этот эликсир? Ты быстрее ворота ему снес, чем эликсир. Так, 54% есть. Так, минута 22. Ну и прекрасно. Чё, я тебе скажу, разнесли? Лучница улетела. Поставил хитер свою ловушечку здесь. Великолепно. Ну и бонус сверху. Все как доктор прописал. Тренировка. Так, скоро у нас маг еще будет доступен. Не знаю, ребята, хорош ли маг здесь. Я думаю, должен быть нормальный. Так, а тут у нас... Оп. ...616 золотых. Слушай, а если я еще, например, кого-нибудь найду? Так, давай другого. Он там обсосанный весь, у него очень много там атак было. Так, тут что-то... Слишком дофига по уровню, похоже. Как-то разбросал все, непонятно как, да? Так, лучниц. Ну, если только лучниц убрать, в первую очередь. У него маг, он там, он. Ауч. Поздно, Рэй.
Да ты что там опупел, что ли, магистр кислых щей, блин, достал уже. Ну и в принципе все, у него здесь больше ничего не осталось. Просто остальное все разносить. Разносить. Ну денег у него, конечно, тут нету, я смотрю. Абсолютно пустые хранилища. И есть там немножко капельки какие-то высасываем там. То, что разбросано, конечно, у него тут по карте все. Это да. Ну и что у него там остается? Ну, в принципе, ничего. Только заклинание и все. Мне написали ребята, чтобы я меньше атаковал. Я так и не понял, почему меньше атаковать. А, это через 12 минут подкрепления, что ли, мне придет? Типа того. Будем ждать подкреп. Гоблинков и варваров. Все, как бы, здесь норм. А здесь что? Оборона. Минус 26 кубков, чувак. Вопрос. Вопрос, а как он поставил их в середину у меня? А? Чмошник? И как бы я, ребят, считаю, что это несправедливо. Он прям в середине у меня появился здесь. На каком основании? Как он здесь мог появиться, поставить? Че, свободная зона, что ли, блин? Я не пойму. Мне, блин, не ясно, как он здесь, как он тут появиться смог. Вообще не ясно. Так, что у нас тут? Вижу лучника, вижу фейерверки, но... А эту-то какого лешего? Трэш. Ну, 50% получил. Вообще, у него что, две было? Я не заметил. Две, по-моему. Блин, ну это плохо. Это плохо. Эту и эту подбить.
У него здесь, смотри, пятачок есть. А, огнемет тоже жарит, что ли, в этот? Ну, сейчас вон базука, ребят, бомбанет. Ну, я не знал, что вот эта фигня жарит по воздушным целям, если честно. Поэтому сфейлился, блин. У него огнемет уже стоял, прикинь. Проедоха несчастный. Лучники, давай. Да куда вы пошли? Ну тут блин, ну. Да куда вы бомбите твою налево, блин? Ну вот это вот, конечно, да, что я не могу ими управлять. Они сами летят, куда им надо, куда они хотят. Это вымораживает просто. Все равно выбью мозги из них. Из кого-нибудь да выбью, ребят. Да ну чё вы делаете-то? Ну твою мать, ну вот... Да ладно, получилось. Там Тесла бомбит. Там у него Тесла. Так, ну две звезды урвал я все-таки. Это умная, блин, а это побежала, блин. Сейчас это зайдет сюда, начнет вот здесь, здесь бомбить. Ну и тем самым даст мне процентов 70. У него часы какие-то, ребят. Часовня стоит какая-то уже. Плюс у него вот здесь кристаллы добывались, да? Ну 60% есть. Сколько будет? 65? Она дальше подойдет и ее завалит. Да. 65%. Более-менее, более-менее, ребят. Так, что у нас тут? Фейерверки. У него две башни лучников, ребят. Две башни лучников. И турель, как мы видим. Да бейте вы по турели-то, ну! Понятно, короче, идиоты, блин. Ну идиоты, ну других слов нет, ребят, ну. Три-4%. Я охренеть, побежала с шваль обратно сюда, блин, куда-то. Вот надо было ей туда, блин, чесануть. Идиотина, блин. Сюда вот ей понадобилось, блин. Ну что, здесь уничтожаем пушку. Да я просто это ну вышку вы бомбите, ну сволочи, вы несчастные-то, а. Есть. Все, разбомбашили тут. Что там у тебя осталось? Понятно. Там и там.
Это моим малышам расплюнуть. Сотка. Соточка. На вас напали, на вас напали. Прямой эфир. Повтор в реальном времени. Что-то обрывается, ребят. Что-то повтор в реальном времени не задался у него там, по ходу дела. Глюкнул. Минус 13 кубков он получил. У него великан был без этих. Плохо, когда у тебя на базе одна база лучников, ребят. Как он сюда стоит? Неужели тут зона? Я не понимаю. Как посмотреть зону, ребят? Ближе поставить пушку. Ну-ка, давай еще. Может, кого-нибудь еще накажем? Ага. И если мы выпускаем с тобой этого парня, так, черт, тебя побрал с этой Теслой. Вместо того, чтобы лучиться, помогать. 62, ну нормально, 62%, ребят. Так, опять прямой эфир в реальном времени. Непонятно. Непонятно. Великолепно. А ну-ка дай-ка гляну. Подожди, подожди, подожди. Великолепно, это мы когда нападали, я так понимаю, да? А ну-ка, повторчик. Да, надо будет прокачать пушки. Здесь вот какой-то изъян, ребята. Здесь они могут вставать вполне спокойненько себе. Слушай, я же могу здесь прям припеваючи разбомбашить ему все. И мне кажется, лучше-то не сможет дотянуться. Да куда ты? Ну опять-то, блин, ну!
наше время. Давай, роднульки. Тесла, блин, Тесла. Почему нам не везет сразу на Теслу, блин, а? 62%. Кинг, король какой-то там на меня напал. Ха-ха. Ну, 83% урвал он у нас. Сюда поближе так поставим. Пушки, пушки, пушки. Ладно. Сгодится. Ну что, пойдем посмотрим. Ага. Две башни лучников. Ну тут прокачат тут мортиры помощнее. Тут уже какие-то противники вошли. Жестковатые. Три башни лучников уже, офигеть. Что-то мне кажется, что мне дают противников не по моему классу. Нет такого ощущения? Башня магов. Жестко как-то. Не годится. Тут лучники уже на прокачанной вышке стоят. Вот это можно было бы бомбануть, друзья мои, если бы. Хотя у меня есть как эти. Но как вот тут пробиваться? Плюс маг. Давай, давай, ищи противников. О, времени-то уже. Завтра на работу. Ну, давай вот это вот разнесем. Куда, в лучниц? Понятно, конечно, в лучниц. Понимаешь, что больше у него здесь никого не будет, да? И по углам все чисто. Ну да, эту базу мы с тобой щелкнули как орешки. Деньжат немного приобрели. Ну, все как полагается. Да, против летающих, ребята, нужна хорошая защита. Шары, проблемы тут приносят, конечно, офигеть. Как? Последнее здание.
Последнее здание. Так, сколько там надо? Серебряная, подожди. Пройдено. А как посмотреть приглашение в клан? Получить приглашение и быть в рекомендациях, ищите клан, нет. Король варваров, королева лучниц, хранитель, королевский чемпион. Украдите 20 тысяч единиц черного эликсира. Ага, это анчивочки у нас. Столица клана. А в столице клана совсем другие, получается, эти. Столичные. Слушай, а где вот этот вот клан? Как вот это прокачивать все? Пока не ясно. Так, ну что, друзья мои, в общем, я вам показал, ну, в принципе, серию для этого и снимал. Как клан, вы писали там в комментариях, покажи название, покажи это. Всего лишь два человека из 50, так что, друзья мои, будет желание, заходите. Если никого не будет, естественно, я расформирую клан и пойду в уже готовый тогда. Так что на сегодня все, всем удачи и до новых скорых видосиков.